Совсем скоро на телеканале ТВ-центр стартует показ сериала под названием «Соколова подозревает всех». Для зрителей это роль Ирины Рахмановой, знакома по сериалу «Детектив на миллион», где партнером актрисы был Дмитрий Исаев, игравший миллионера Олега Филатова. Впоследствии было принято решение перенести персонажа Ульяну Соколову в отдельный проект. Главная героиня картины переезжает из Москвы в маленький городок Андреевск, где криминальная жизнь цветет пышным цветом. Помимо текущих дел, Соколова расследует таинственную смерть своей предшественницы, следовательницы Ивашкиной. В этом городке Ульяна встречает свою студенческую любовь Александра Адмиралова, следователя из Петербурга, который когда-то ушел от нее к сопернице, и с которым ей предстоит вместе работать. Также в картине снялись Алексей Секирин, Екатерина Вуличенко, Алексей Матошин и другие. Премьера сериала «Соколова подозревает всех» состоится уже осенью 2022 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.